Привет, это канал «Предприниматель Взлет», с вами Ольга, и сегодня мы смотрим серию «Морской круиз». Это сумка-шоппер, сумка-органайзер и мини-косметичка. Оставайтесь с нами! Сумка-шоппер. Довольно вместительная сумка, она очень объемная. И у этой сумки нет ярко выраженного дна. Давайте посмотрим, то есть, если вы в нее что-то положите, то это что-то у вас провалится. Хотя с двух сторон есть такие строчки, которые обозначают, что дно должно быть прямоугольным. Мне очень понравилось в этой сумке, что ручки у нее идут через всю сумку. То есть это говорит для меня лично об их прочности. Ручки очень хорошо прострочены. Вот на самой ручке идет белая выделка под кожу, такая же, как идет по верху этой сумки. Мне нравится ткань, она выглядит очень ноской. И мне кажется, что эта ткань будет очень-очень хорошо и долго служить. Давайте посмотрим внутри сумки. Открываем. Здесь мы видим белая такая же вставка под кожу. Сумка застегивается на кнопку, не на молнию. И внутри мы видим у этой сумки ярко-красная подкладка. Все железные детали на этой сумке выполнены в золоте. И вы видите, что здесь есть кармашек. Молния сама красная, только золотая собачка у нее. И белая под кожу брендированная вставка с надписью золотыми буквами Oriflame. Очень красиво смотрится. Карман, давайте посмотрим. Смотрите, какой глубокий. И напротив стандартные два кармана. Один большой для мелочей и другой для телефона, тоже очень глубокий. И с двух сторон есть вот такие вот два хлястика с кнопочками, на которые будет цепляться вторая сумка органайзер. Они совершенно не мешают, они выглядят очень прочными, еще на дополнительных кнопках, они не просто пришиты, у них есть тоже дополнительные кнопки. Вот такая сумка, можно ее носить отдельно, а можно носить ее сумка органайзером. Давайте мы сначала посмотрим сумку органайзер, а потом посмотрим, как они стыкуются. Выполнена эта сумка из такой же, по ощущениям, ткани. Точно такое же дно, то есть ярко выраженного дна нет. Есть простроченное прямоугольное основание, и сумка, ну, должна держать прямоугольную форму. Такая же ручка, как у предыдущей сумки, с белой под кожу вставкой, и ручка может быть очень длинной. Если мы наденем эту сумку на плечо, минимальная ручка, если мы эту ручку отпустим, вот насколько максимально длинной может быть ручка. Посмотрите, какая она длинная. Если я ее надену на себя, но это, наверное, если носить вот через плечо, посмотрите, вот ее даже у меня не видно. Для тех, кто любит носить сумки, ну, практически на колени. На этой сумке есть дополнительный карман снаружи, у которого внутри тоже такая же красная яркая подкладка. И есть такие же карманы внутри, как и на предыдущей сумке. То есть мы видим карман на молнии с золотой собачкой, красная молния, очень глубокий карман. Мы видим также белая кожаная брендированная вставка с золотыми буквами Oriflame. И с другой стороны есть тоже два кармана, один широкий и один узкий для телефона. И внутри второй сумки у нас такая матрешка. Одна сумка вставляется в другую. Есть еще вот такая вот красная специальная штучка с золотым колечком, на которую можно прицепить вот эту косметичку, которая продается отдельно. Косметичка у нас выполнена из другой ткани. Под кожу очень-очень мягкая. Внутри нее ничего нету, а на самой косметичке есть тоже вот такой хлястик, который переходит в карабин. И этот карабин как раз цепляется к вот этому вот красному кожаному дополнению и прячется в сумку. И теперь давайте прятать эти сумки одну в другую. Эта красная мини-косметичка прячется в сумку-органайзер. Можно носить отдельно, можно вместе. А сумка-органайзер имеет с двух сторон две кнопки для того, чтобы прикрепить эту сумку внутрь самой большой сумки шоппера. То есть вы можете носить эти сумки как отдельно, так и вместе друг с другом. Смотрите, вот эти кнопки, они идеально цепляются к
И у вас получается две сумки одна в другой. Но удобно это или неудобно, это судить каждому из вас, но вы в любой момент можете взять, и у вас получится две сумки. Например, вы пришли в магазин, что-то купили, одну сумку из другой вытащили, и у вас получилось уже две сумки, и вам можно больше сложить вещей и унести с собой из магазина. Например, если вы на курорте, то вы можете больше унести различных сувениров и подарков. И я тут вспомнила, что я была в Париже, и там галерея Лафайет, я купила себе сумку. И специально хочу вам сейчас показать эту сумку, то что компания Oriflame, она идет в ногу с самыми последними модными тенденциями. Вот это моя сумка, и вот я вам показываю, внутри моей французской сумки есть точно такая же дополнительная сумка-органайзер. Вот видите, на кнопочках с двух сторон, которая цепляется внутрь основной сумки. Поэтому те модные тенденции, которые показывает нам компания Oriflame в своих каталогах, можете быть уверены, они не уступают самым модным парижским тенденциям. И давайте еще напоследок посмотрим размеры наших сумок. Сумка Shopper. Это наш каталог. Прикладываем каталог к сумке Shopper и видим, какого она размера. Если мы наденем ее на плечо, то выглядеть она будет примерно так. Очень объемная сумка, и, кстати говоря, на плече носить ее очень удобно. Но мы видим, что сумка большая, и поэтому мир Oriflame, в нее помещаться будет очень-очень хорошо. Очень много журналов мира Oriflame можно нести в этой сумке. Давайте посмотрим размеры сумки, которая у нас находится внутри сумки органайзера. Каталог Oriflame помещается в эту сумку совершенно спокойно. Я не буду его вставлять, вы это сами прекрасно видите и в горизонтальном положении, и в вертикальном. Ну а как же журнал Мир Oriflame? Журнал Мир Oriflame тоже относительно журнала. Вы видите, какая это большая объемная сумка, очень удобная. Для тех, кто любит, вот как я, летом где-то на курорте, либо на прогулках носить сумки через плечо, на длинной ручке, эта сумка, она просто находка. Лето уже закончилось, но мода на бело-синюю полоску в самом разгаре. И сейчас вы можете приобрести эти сумки в 13-м каталоге по просто смешным ценам и украсить свой следующий отпускной сезон этими сумками. Подписывайтесь на наш канал, чтобы разглядывать вместе со мной новые аксессуары компании Oriflame. Пока-пока!